Рекорд мечты. На Крещатике собрали карту-коллаж с желаниями украинцев размером больше 1000 квадратных метров. Тем самым попали в Книгу рекордов Украины и претендуют на мировой рекорд. Мечты собирали у жителей 12 городов. О чем мечтают украинцы, расскажет Юлия Крючкова. Мир в Украине, процветание для родной страны, счастливая семья и много путешествий. Такие мечты описывали украинцы в процессе создания карты. Присоединиться могли все, кто в праздничный день гулял по Крещатику. В помощь им привезли сотни журналов, чтобы они нашли в них то, чего хотят достичь, и вклеили в коллаж. Мы мимо проходили, мы вообще приехали с Одессы так отдохнуть пролетом и решили поучаствовать. Я нашел очень интересно Японию. Очень туда хочу. Особенно активны создание карты мечты дети. Вооружившись вырезками из журналов, клеем и фломастерами, создают свою картину идеального мира. Я про счастливых детей Украины. Я мечтаю про счастливых детей Украины и про хороших врачей, которые будут помогать каждому на нашей планете. Я мечтаю про то, чтобы все люди... Я мечтаю о том, чтобы у людей было то, что им нужно в данный момент. Кто-то нуждается в транспорте, кто-то, чтобы близкие были рядом. Кому-то нужны деньги. Но есть и что-то важнее этого. Я это хотел как-то донести. Такой фестиваль проводят в Украине уже 9 лет подряд. Организаторы говорят, техника карты желаний используется в психологии для визуализации жизненных целей. Но в масштабах целой страны будет еще эффективней. Надо всех вовлекать в единое мечтание, потому что только тогда, когда мы об одном и том же, только тогда мы вместе. В разных городах Украины уже делались карты, люди нам их присылали, привозили. Некоторые прям тоже устраивали фестивали у себя, и эти карты мы тоже сейчас вот выкладываем и одновременно делаем. Поэтому это прям вот такая, знаете, такая командная работа. Прошлогодняя карта мечты попала в Книгу рекордов Украины с площадью 250 квадратных метров. В этом году эксперты зарегистрировали новое достижение – уже больше 1000 квадратов. Одновременно это является мировым рекордом. Мы объективно понимаем, что ничего подобного в мире не было. Был самый большой коллаж из фотографий в индор-локации, в помещении, порядка 2000 квадратов. Но понятно, что коллаж проще сделать, чем handmade карту мечты. Карта мечты 2019 уже получила сертификат Книги рекордов Украины, а через несколько месяцев получит и вердикт от экспертов Книги рекордов Гиннесса. Юлия Крючкова, Игорь Каркадым, UATV.